Пост сдал, пост принял. Сергей Юрасов больше не управляющий директор Ульяновского авиационного завода. Кресло руководителя «Авиастара» занял его коллега Василий Донцов. Правда, пока в статусе временно исполняющего обязанности. Решение принято руководством Объединенной авиастроительной корпорации. Кандидатуру Донцова пришлась по душе и губернатору Сергею Морозову. Впереди у вас, конечно, совместный большой объем работы. Вот я смотрю прогнозные показатели, итоговые показатели, в том числе работы «Авиастара» и за первые 4 месяца и прогноз января-мая. Ну, мы так неплохо растем вообще, если так по объему отгруженных товаров смотреть. Да? У нас за прошлый год на 861, да, получается, миллион, да, отгружено. В этом году уже будет 1,74 млрд рублей. Василий Донцов трудится на заводе с 2010 года, знает все сильные и слабые стороны предприятия. Его предшественник Сергей Юрасов возвращается к обязанностям вице-президента Объединенной авиастроительной корпорации по производству и техническому развитию. Рената Леулова, Константин Никитин, новости Ульяновской правды.